Мы сейчас в Португалии, это первый тест-драйв нового BMW X2. Маленького кроссовера, который построен на той же платформе, на которой сделан X1. Но, как мы предполагаем, обладает более спортивными повадками. Рассказывать сейчас о том, как машина едет, мы не имеем права. У нас эмбарго до 5 сентября, но посмотреть на машину и вот на эту фирменную эмблему, которая находится на задних стойках, мы уже можем сейчас. Вот так машинка выглядит. Давайте посмотрим в салоне. Места сзади, кстати, сразу могу сказать, не очень много. Но на что-то большее рассчитывать в данном сегменте будет глупо. Внутри классическая BMW. Сзади машина выглядит вот так вот. Задавайте обязательно свои вопросы в комментариях.